Следственный суд города Астаны санкционировал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца экс-мажилисмена Нуржана Альтаева по подозрению в систематической коррупции на многомиллионные суммы. Альтаев является ярким представителем старого Казахстана, который в 2018 и 2019 годах, будучи вице-министром 2 министерств, получал взятки от представителя НПП «Атамекен» Аблая Мырзахметова. Когда он был вице-министром, когда он продвигал, лоббировал бизнес-интересы самого Аблая Мырзахметова. Предварительно известно, что Альтаев получил более 60 миллионов тенге за содействие в получении госзаказов, а также общее покровительство и лоббирование интересов Мырзахметова. Более детальная информация пока не разглашается в интересах следствия. В каких еще коррупционных схемах замешан продажный политик, в дальнейшем установит следствие.